Всем привет, друзья, с вами как всегда Драйвер 51 Рус. Давайте сегодня прокатимся на приватном модике. Значит, сетевую не буду даже включать, чтобы никто не прилип. Значит, прокатимся на карте, как обычно, побережье. Автомобиль будет у нас КамАЗ Мустанг. Значит, кто автор? Я так думаю, что, наверное, Вадим Чугайнов. Так предполагаю, потому что люди скинули, но и в описании автора не указали, но мне так кажется, что это Вадим Чугайнов. Мод приватный, ребята, так что не задавайте и не пишите глупые вопросы, дай ссылку, что-нибудь еще. Данный КамАЗ просто предоставлен на обзор, поэтому просто тупо его обзорим, снимаем видео и все, и никаких больше, как говорится, вопросов можете не задавать. Так, ставим маячки еще сюда. Заводимся и поедем, откроем гараж, наверное. КамАЗ моделька обалденная, прикольная, текстурки тоже хорошие такие. Как говорится, все, все отлично. Мод офигенный. Ну все, погнали. Включаем полный привод. И поехали. Так что, если кому интересно, можете написать Вадиму Чугайнову, спросить его мод, не его, и по поводу приобретения. Если это его, обратитесь. У меня ссылок на скачивание на данный мод не будет. Это приват. И обращайтесь, ищите автора данного мода и задавайте ему все вопросы. Щелкнул, подождите, ребята, как обычно. Скрин-то я щелкнул, но галочку не снял. Так, давайте по новой щелкнем. Так, теперь точно нормально будет скрин. Ну что, погнали. Еще раз повторюсь, ребята. Я так предполагаю, что автор Вадим Чугайнов. Значит, мод приватный, все вопросы к автору мода. Если это Вадим, значит, обращайтесь, спросите, его ли это мод или нет. Если его, то уже насчет приобретения договаривайтесь с автором. У меня ссылок на скачивание, еще раз повторяюсь, никаких не будет, не просите, не дам однозначно. Мод предоставлен на обзор, поэтому ищите автора мода и у автора приобретайте. Прикольно, приканали, понятно. Аддонов, конечно, немного, но суть не в вагонах, суть в автомобиле. Давайте еще такой шлепнем скрин. Thank you.
бутылька адекватная, едет вообще хорошо, подвесочка, текстурочка, все отлично. Если автор узнает свою машину, значит, можете, ребята, отписаться, могу там помочь с рекламой данного автомобиля на продаже. Так что, если что, ребята, обращайтесь. Да и вообще, у кого если есть, ребята, какие-то работы, кто не может писать видео или некогда писать видео, могу помочь рекламке продажи данного какого-нибудь вашего мода, обращайтесь, все это сделаю совершенно бескорыстно, не как некоторые товарищи, которые рубят на всем бабло. Так что если что, обращайтесь, помогу с удовольствием, напишу обзорчик, кину ссылочку на вас приму, и пожалуйста, если есть желание, то можете ко мне обратиться с данным запросом. КамАЗ, конечно, обалденный. Блин, чуть стоп не поймал. Подвесочка играет вообще прикольно. Так что, ребята, я вот точно не уверен, как бы, что это мод Вадима Сиганева, поэтому могу и ошибаться. Просто кинули без всего, а я не буду. Данный КамАЗ где-то то ли по группам видел, что вроде как автор Вадим Сиганев. Просто спрашивайте, я не знаю, интересуйтесь, чей мод у мододелов. Они вам ответят сразу, скажут чей. Еще раз повторюсь, ссылки на данный мод меня не просите. Мод является приватным, не дам, как бы там ни просили, что бы там ни обещали. Ссылочку я вам никакую на данный мод не предоставлю. Ищите автора, просите у автора. Так, ну вот прижним мы в гараж, 4 очка гаража, да. Скидываем. В принципе, можно ставить там, например, утилитку какую-нибудь, автономку, автономку тут есть еще, да, платформу весовоза можно залепить, то есть пропуск поставить, то есть можно снять, например, платформу весовоза, бортовую восьмую, там или топливную цистерну, прицеп можно ставить, то есть. Все, что хотите, тут можно. В таком Макаре можно пилить. Давайте в таком Макаре, наверное, доедем до гаража, обратно вернемся. Заправлять его не будем, чисто так прокатим,
чак передач, ребята, можете скачать в группе. Также можете найти у меня на канале видео, как его устанавливать. Там же будут и ссылочки на скачивание. То есть все ставится без проблем. Работает в мультиплеере, ничего там не купит. Коробка прикольная, видите? Гладиками моргает каждый раз. Пил. При запуске такой игры выскакивает какая-то балда там. Но это ни на что не влияет. Нажимаете ОК, и также игра запускается, и все работает в мультиплеере везде там, как обычно. То есть, в принципе, рычаг прикольный. По машинке, еще раз повторяюсь, ищите автора, все вопросы по поводу приобретения данного приватного КамАЗика к автору. Я не знаю, у меня предположение, что это автор Вадим Чубайлов. Ну, надеюсь, что я не ошибаюсь. Можете спросить у него, его ли это мод, и насчет приобретения, еще раз повторяюсь, все вопросы к автору мода. Мод является приватным, у меня ссылок не просите, нету и не дам. КамАЗ обалденный вообще. Сейчас подвесочку посмотрим, как она играет. Да, ребята, 4 моста, это есть 4 моста.
над камнем всеми. Подъездовская работа вообще замечательно. Идет мягенько, хорошо, уверенно. Хороший мод, ребята. Ищите автора, не пожалеете, если найдете, договоритесь. О, блин, я что-то пропустил дорогу, и я тут корни добавил. Затрелся, как говорится. Неохота ломать. Это не елка, это сосна. Давайте так искренне делаем. Ну все, погнали дальше. Гараж. Ну, друзья, приехали мы обратно в гараж, значит, еще раз повторюсь, на обзоре у нас был приватный КамАЗ Мустанг, я так предполагаю, что, наверное, автор, возможно, Вадим Чугайна, то есть, ребята, ссылки у меня не просите, данный мод предоставлен вам для обзора, ищите автора, чья моделька, и, в принципе, договаривайтесь с автором, вот. Также в группе будет разыграна лицензия игры Spin Tires. Как только у меня на канале наберется 2000 человек, значит, мониторьте информацию, подписывайтесь, подтягивайте друзей. И чем скорее наберется
2000 человек на канале, тем быстрее будет розыгрыш игры с Pentairos лицензии Steam, короче. Steam-овской лицухи. Всех, ребят, с наступающим Новым годом. С вами был Драйвер 51 Рус. Ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь на канал моей группы. Всем удачки, спасибо за просмотр, пока.